Здравствуйте. Как всегда, в это время вы смотрите очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печени» в студии Петр Широбоков. Вначале коротко о главных темах выпуска. Специалисты Кольской ГМК встретились со студентами-химиками и пригласили их на практику в компанию. Стартовал прием заявок на конкурс юных изобретателей iMake. О Гагарине, Шонине и не только. В «Никеле» говорили о звездах и людях. Ну и вот теперь подробности. Специалисты Кольской ГМК встретились со студентами-химиками Мурманского арктического университета. Второкурсникам предложили воспользоваться корпоративной программой «Профессиональный старт» и пройти летнюю практику в Мончегорске и в Заполярном. С теми, кто выбрал для себя химию, в Мурманском кампусе университета представители компании встречаются впервые. Но до этого на практику в Кольскую ГМК уже звали студентов-строителей, программистов, специалистов по управлению инновациями. Когда ребята к нам приходят, желательно на 2 месяца, да, иногда этот срок пугает, объясню, почему мы все-таки ждем на 2 месяца. Потому что компания дает вам возможность обучиться по той или иной профессии. Да? Вот, допустим, вы приходите в КАЦ на практику, мы вас обучаем на лаборанта химанализа, выдаем официальное удостоверение с присвоением разряда. Потом с этим удостоверением вам просто будет проще расти по карьерной лестнице. Допустим, если вы придете к нам на следующий год, мы уже будем вас брать лаборантом 3-го разряда, это, соответственно, и заработная плата будет повыше, и все остальное. А по выпуску вас сразу возьмут 4-м разрядом. Ранний старт карьерного роста – не единственный плюс. Компания на время практики обеспечивает студентов общежитием, компенсирует им некоторые расходы, скажем, на медкомиссию, и заключает с ними трудовые договоры. А заработная плата? От 60. От 60. Это при практике. 2 месяца практики – это не только работа и учеба. Для студентов компания подготовит культурную и экскурсионную программы. Но, пожалуй, самое главное – после такого лета практиканты смогут сделать осознанный выбор, хотят ли они связать с металлургией свою жизнь. Это очень поможет при дальнейшем выборе работы. Я в свое время заканчивал институт, был на большой практике в Красноярске, но на что большое впечатление произвело там. Поэтому я сюда, когда устраивался, обратно на Кольскую, уже был осознанный выбор, где работать. В ВУЗе гостям из Кольской ГМК рады и для студентов, и для университета. Кооперация с крупным промышленным предприятием открывает новые возможности. Точек соприкосновения, хочу сказать, очень много с такими крупными компаниями. Они могут участвовать в организации учебного процесса. То есть, ну вот на сегодняшний день у нас готовится новая программа, и хотим предложить комбинату поучаствовать в ее в разработке. Мурманский арктический – не единственный университет, студентов которого приглашают поучаствовать в профстарте. Поэтому программа – еще и возможность познакомиться со сверстниками из Иркутска, Магнитогорска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов нашей страны. Петр Широбоков, Илья Комлев, Максим Чинкин, ТВ21+, Мурманск. Стартовал прием заявок на конкурс юных изобретателей iMake. Это итоговое мероприятие этого сезона инженерного марафона iMake компании «Норникель». Заявки на конкурс принимают до 20 марта. Образовательный проект iMake реализуется с 2019 года по благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Программа инженерного марафона помогает школьникам развивать креативное и изобретательское мышление, логику, получить полезные инженерные навыки и стать частью большого дружного сообщества молодых людей, стремящихся сделать мир лучше. Для мейкеров организуют десанты, интенсивы, проводят iMake Science Camp и iMake Skill Camp. С 1 по 20 марта организаторы принимают заявки на участие в финале конкурса изобретателей iMake. Стать его участниками могут школьники в возрасте 10-17 лет, проживающие в регионах, где работает компания «Норникель». В финал конкурса пройдут 10-12 человек от каждого региона, которые представят свои идеи изобретений перед экспертами в конце апреля-начале мая в формате питчинга на фестивале Arctic Wave в Норильске и в Мончегорске. Авторов самых удачных идей изобретений также пригласят поучаствовать в выставке изобретений на фестивале. Подробнее на страничке «Лига iMake» ВКонтакте. Сегодня в завершение нашей программы мы предлагаем вам, нашим зрителям, отправиться покорять космос. Ну и ехать на Байконур для этого вовсе не обязательно. Дорога в космос появилась в историко-краеведческом музее в поселке Никеле. Открыли новую экспозицию во время Большого космического фестиваля в преддверии юбилейного дня рождения первого космонавта планеты. Подробности в нашем специальном репортаже.
печать 3D-моделей спутников, краткий курс подготовки в космонавты, строительство космических кораблей и знакомство с космической кухней – вот лишь малая часть того, что приготовили гостям организаторы фестиваля «Улетный космос». Фестиваль – это итог уникального проекта, призванного рассказать об истории развития космонавтики, о достижениях нашей страны в космической отрасли, ну и, конечно, о людях. Когда мы создавали еще только заявку проекта, мы уже знали, что подведение итогов проекта должно стать таким грандиозным шоу. Это должен быть яркий праздник, фестиваль для всех, не только участников, непосредственных участников проекта, но и вообще для жителей нашего Печенского округа и даже Мурманской области. Поэтому, заканчивая проект, вернее, проект мы не заканчиваем, наши проекты, они продолжают жить, а вот подводя черту под определенным периодом, мы подводим итоги и пытаемся самыми разными способами показать, насколько важны вопросы сохранения памяти о первых космонавтах, о достижениях нашей страны в космонавтике, и показать это в какой-то очень интересной, привлекательной для современной молодежи, подростков, да и для взрослых форме. Поэтому мы предусмотрели в рамках нашего фестиваля «Улетный космос» целую программу. У нас проводится на площадках нашего музея одномоментно в течение дня около 20 самых разных мероприятий. Это мастер-классы, это встречи с нашими почетными гостями, это лекции, интерактивные шоу-программы, квизы, квесты. Здесь каждому найдется возможность найти себя и провести время с пользой и с удовольствием. Центральным событием фестиваля стало открытие новой экспозиции «Дорога в космос». Долгое время содержимое этого небольшого выставочного зала, который в итоге изнутри оказался похож на Международную космическую станцию, держалось в строгом секрете. Нам удалось побывать здесь во время создания экспозиции, но детали все равно были скрыты от любопытных журналистских глаз. Трудность создания экспозиции заключалась прежде всего в том, что музей не располагает большим предметным рядом. То есть у нас нет таких уникальных предметов, личных предметов в фондах музея. Нам приходилось до этого все-таки довольствоваться копиями. И мы сейчас безмерно рады, что то, что мы сегодня получили в дар от родственников наших космонавтов, это, конечно, бесценный дар для музея, и все это ляжет в основу нашей экспозиции. Когда мы столкнулись с тем, что начали разрабатывать научную концепцию экспозиции, мы понимали, что, во-первых, период службы здесь, на севере, этих будущих космонавтов, как военных летчиков, все-таки достаточно мало изучен. Ну, часть документов, она засекречена до сих пор, и понятно нам, что что-то представить документально здесь достаточно сложно. Мы обратились за помощью к крупнейшим музеям космонавтики нашей страны, и они помогли нам. Они прислали нам копии различных документов, и мы их все в цифровом виде представили в нашей экспозиции. У нас есть такая хорошая возможность. И затем, проводя достаточно большое количество мероприятий, мы собирали воспоминания людей, которые были свидетелями, жили в тот период, или их родственников. И все это тоже в электронном виде представлено в нашей экспозиции. Ну и, конечно, по всей стране мы старались собрать как можно больше каких-то личных вещей или предметов. Эта задача, она очень сложная, потому что, сами понимаете, все, что касается личностей таких знаменитых людей, оно давно уже находится в крупнейших музеях, либо в семьях. Поэтому вдвойне важно, что сегодня родственники расстались, наверное, с самыми дорогими для себя предметами и передали их на хранение в наш музей. Мы безмерно благодарны им за это. Одними из первых новую экспозицию осмотрели почетные гости фестиваля. Действующий космонавт Сергей Куть-Сверчков и аэрокосмический инженер Никита Матасов. Музей работает с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. И, конечно, мы всячески поддерживаем Роскосмос и ЦПК, мы всячески поддерживаем усилия по сохранению истории космической и популяризации космонавтики в России. И, конечно, несмотря на то, что
занятость у космонавтов высокая, все равно нужно находить время для того, чтобы такие замечательные проекты поддерживать, начинать, продолжать. Конечно, с удовольствием приехал сюда, на Печенский округ, на такое памятное место, которое связано самым непосредственным образом с историей мировой космонавтики. Я родился на Байконуре, учился в городе Королёв, но стремление было не стать космонавтом, а стать продолжателем дела Сергея Павловича Королёва, инженером, который создает самую лучшую космическую технику. Но затем мысли повернулись в сторону испытания этой техники, потому что техника все равно, пилотируемые корабли, все равно должен это испытывать. И, конечно же, это дело космонавтов. И вот тогда, когда я об этом серьезно задумался, я решил стать космонавтом. Все начинается с мечты, затем появляется идея, желание, стремление, цель. И, конечно же, мечта может появиться просто с посещения этого музея. Как когда-то мечта о небе появилась у Юрия Алексеевича, когда он увидел самолеты, и с тех пор он загорелся мечтой летать. Также, возможно, кто-то из будущих космонавтов, специалистов ракетно-космической техники, посетив этот музей, задумается о том, чтобы связать свою жизнь с авиацией, космосом. Все здесь есть, и документы, и симуляторы, и предметы. Это такой не очень небольшой, но настоящий музей, поэтому очень хотелось бы, чтобы он продолжал расти и сюда как можно больше людей приходило. Есть небольшие поручни на стенах, чтобы можно было перебираться внутри как раз отсека, панорамные окна вот на потолке, на стенах, джойстики, манипуляторы, как бы действительно такая атмосфера космической техники присутствует здесь, очень сделано грамотно, освещение очень здорово построено. Просто уважение за такой огромный труд и действительно за такое место. Ну, потому что все технологии, которые пришли в нашу повседневную жизнь, даже, вот не знаю, камера смартфона, вот сейчас вы меня снимаете, например, она тоже изначально была создана для космических аппаратов, которые улетают далеко на границы Солнечной системы, вот, и потом поняли, что такие компактные и качественные камеры, они могут использовать в повседневной жизни, и вот, например, в смартфонах начали использовать. Обувь, в которой мы ходим, кроссовки спортивные на воздушно-формовой подошве, тоже изначально было сделано для лунной программы, а потом поняли, что действительно очень удобно, ортопедические свойства имеют, качество бега улучшается, и сейчас, ну, кроссовки современно просто невозможно представить по-другому. Таких предметов огромное количество в медицине. Особое место в проекте заняла исследовательская работа. Многие в общих чертах знают, что в Печенском округе когда-то служил первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Но ведь дорога в космос из этих мест началась не только для него. Вы знаете, когда мы еще были на стадии проработки проекта, мы провели исследование среди детей, и нам стало очень ясно и понятно, что несмотря на то, что вроде бы все слышали о том, что здесь служил Юрий Алексеевич Гагарин, подробностей о периоде его службы их практически нет, и уж тем более дети, они о них просто не знают. А если говорить о Георгии Степановиче Шонине, который тоже в первом отряде космонавтов был, о нем вообще никто не знает. И эту фамилию практически не слышали не только дети, да и взрослые жители нашего Печенского округа. И перед нами в рамках проекта стояла очень серьезная задача. Мы хотели повысить уровень знаний и представлений о службе первых космонавтов здесь, на севере, у нас в Печенском округе. Когда мы прилетели в Мурманск и ехали уже вечером поздно из Мурманска вот сюда, в Никель, я ехала и ловила себя на мысли, что вот эта энергетика этих мест, она каким-то образом на меня стала действовать особенным. Вот как будто бы я по-другому даже стала воспринимать отрезок жизненного пути Юрия Алексеевича Гагарина. Потому что это настолько суровый климат. Ну вот мне, например, как человеку, который вырос вообще вдалеке вот от этого, это, знаете, как какой-то лунная поверхность, вообще то, что я видела вокруг, этот ветер, это лед и условия полярной ночи. И я вдруг физически ощутила, возможно, ну, насколько это действительно возможно, потому что я человек вообще далекий от авиации, просто представила, и мне как-то, знаете, даже стало страшно,
за то, как вот работают, в каких условиях работают здесь летчики и истребители. Ну, я прочувствовала вот этот момент просто вот как-то физически, энергетику этих мест. И это очень здорово. Я благодарна и администрации района, и дирекции музея за то, что вот я сегодня могу здесь находиться, действительно прочувствовать глубину этих мест, где работал, где служил, где тренировался Юрий Алексеевич Гагарин. Музей великолепный. Я удивлена просто, что вот здесь, вдали от Москвы, от каких-то таких, знаете, столичных регионов, и вот здесь, в частности, в маленьком городке, поселке, в Никеле, где на сегодняшний день проживают немногим больше 10 тысяч жителей, человек, есть такой музей. И что есть такие люди, благодаря которым этот музей существует, развивается. И самое главное, конечно же, что это все делается ради наших будущих поколений, которые придут потом, для которых, может быть, вообще имя Гагарина, ну, ни о чем бы не говорило, если бы не вот эта память, которую сохраняют сотрудники музея. Музей открылся в канун 90-летнего юбилея Юрия Алексеевича Гагарина. Это уже само по себе знаковое событие, поскольку много сейчас различных мероприятий будет организовано и в нашей стране, и за рубежом. Но вот здесь, ну, это дорогого стоит эта память. Поэтому спасибо вам всем. За 6 лет историко-краеведческий музей, благодаря благотворительной программе компании «Норникель. Мир новых возможностей», реализовал 14 социальных проектов. Музейное пространство стало современнее, появились постоянные экспозиции «Путь к победе», «Кольская сверхглубокая скважина», «История комбината печенга никеля» и «Кольская ГМК». Ну и вот теперь, в честь юбилея Юрия Гагарина, здесь появилась «Дорога в космос». 9 марта летчику-космонавту СССР, герою Советского Союза, исполнилось бы 90 лет. Посетить выставку могут все желающие. В ближайшие дни экспозицию пополнят новые экспонаты, которые подарили родственники космонавтов. Испытываю вообще огромную гордость за наш округ, за то, что такое открыто именно у нас в Печенском округе, что проведена огромная работа. Вы знаете, что это не было бы возможно, если бы не приняли участие в гранте конкурса «Мир новых возможностей», который организует компания «Норильский никель». Огромное за это спасибо компании, огромное спасибо Кольской горно-металлургической компании, что есть такая возможность поучаствовать. Наш Печенский музей – это вообще амбассадор в нашем Печенском округе, потому что 14 проектов, которые уже стартовали у них, которые вошли в жизнь и имеют огромный отклик у жителей и у гостей. И это здорово, это дорогого стоит. Хочется сказать, что работники музея совершили огромную работу, пригласили таких знаменитых гостей, племянница Юрия Алексеевича Гагарина Наталья Борисовна, за что огромное спасибо, космонавт действующий Сергей Владимирович, молодой человек Никита, который занимается изобретениями в области космоса. Это огромное мероприятие, и я думаю, что оно важно даже не только для Печенского района, а всего для Мурманской области. Хорошо сегодня сказал космонавт, что если есть прошлое, есть будущее. Так вот, огромное спасибо работникам нашего музея за то, что они увековечивают память и тем самым сохраняют будущее нашей большой страны. В первую очередь, это большая ответственность, потому что имя известное. Имя – это не профессия, это не звание, поэтому нужно соответствовать ему в первую очередь. И когда ты говоришь, что ты Гагарина, значит, за этим должно стоять что-то большее. Что ты для этого сделал? И в нашей семье никто и никогда не выпячивал свою фамилию, потому что, ну, и я в том числе не считаю, что это справедливым. Но, конечно же, есть очень много личного, поскольку я родилась в этой семье, выросла в этой семье, и это гордость большая. И иногда бывает больно, когда слышишь какие-то нелепицы об этом имени, когда видишь, как многие журналисты пытаются найти какие-то мелкие, абсолютно неважные в биографии
моменты и как-то вот их представить с какой-то такой, знаете, сенсационной, что ли, стороны. Гагарин был просто обычным, хорошим человеком, который доказывал и доказал всей своей жизнью, что право на подвиг дается тому, кто его заслужил. Вот на этом программа «Дежурный по Печенге» подошла к своему завершению. С вами был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю.